когда мы поехали на Красной Горке, Рома увидел, что там, ну, как бы крепление, которое не через плечи, а на ноги только. И он такой едет, стоит в очереди и говорит: «А ты чё мне не сказала? Ты мне говорила, что типа и на плечи тоже». «Ой, как страшно, мне так страшно, я не хочу, я не выживу». Короче, я говорю: «Всё в порядке, Ром, ты переживаешь».